Добрый день. Сегодня 20 июля. Мы с вами находимся на производственных посевах капусты в КФХ Новиково в Астраханской области. Основной проблемой при возделывании капусты в Астраханской области являются чешуекрылые вредители и трипс. Среди чешуекрылых наиболее опасна капустная моль. Поэтому обязательно необходимо проводить каждые 10 дней обработки качественными препаратами. Самая критическая фаза – это момент завязывания кочана. Если в этот момент не отработать качественным препаратом, если брать препараты Сингента, то это проклейм, желательно в смеси с эфорией, то вредитель может остаться внутри. И, соответственно, его будет очень тяжело оттуда снять. Как видите, качанчик завязывается хороший. Здесь не видно ни трипса, ни одного, ни капустной моли. Открываем следующий качанчик. Как видите, здесь тоже чисто. Нету и следа вредителей. Проклейм и эфория делают свое дело. Вообще из препаратов Сингента, которые зарегистрированы на капусте, высокую эффективность имеют проклейм и амплига, которые обязательно необходимо включать в систему защиты капусты. По трипсу более эффективными являются продукты Актора и Эфория.